Ну, я добавлю, что эту тему, реставрации речного вокзала, мы предлагаем обсудить вам на нашем сайте afontovo.ru. Нам интересно ваше мнение. Ну, а пока к другим новостям. Дело о незаконной дороге к новому гипермаркету «Окей» на правобережье рассмотрят в арбитражном суде. Напомню, левосторонний съезд с Октябрьского моста появился в конце прошлого года. Застройщики торгового центра фирма «Макстрой» уверяли, что новая дорога поможет разгрузить данный участок от пробок и заторов. Однако проверка службы строительного надзора выявила сразу несколько серьезных нарушений. У застройщика не оказалось положительного заключения экспертизы проектной документации, а также, внимание, разрешения на строительство дороги и разрешения на ввод ее в эксплуатацию. В довершение сотрудники ГАИ заявили, что данный участок небезопасен для водителей. Спуск здесь слишком крутой, а это значит, что в гололед или в дождь автомобили даже на шипованной резине могут попасть в аварию.